Все началось, когда мне было 8 лет. Я угнал фургон призового фонда издателя журнала. Думал, что найду внутри $1 миллион. Где чек? Где чек? Стой! Меня загребли, когда я пытался обналичить гигантский чек. Вскоре я встретился с судьей Нельсоном Бидерманом, который изменил мою жизнь одним волшебным словом. Виновен. Джонни Лишицкий, 8 лет. Законы и правила общественной морали нужны для того, чтобы наставлять на путь истинный мальчиков, живущих мечтами о светлом будущем, и оберегать их от никчемной мрази вроде тебя. 7 лет в колонии для подростков. Растерянный малыш превратился в отпетого, отчаянного преступника. Джон Лишицкий, 18 лет. Живо на землю, ублюдки! Виновен. 4 года. И если бы тупость считалась преступлением, вы получили бы пожизненный срок. 24 я снова освободился, но через полгода этот засранец Бидерман снова упрятал меня за решетку. От 4 до 7. В следующий раз угоняй машину. Убедитесь, что на крыше нет мигалки. Я снова освободился, и я намерен поквитаться за все, что я вынес. В первую очередь, с его честью.